Легко, изящно и смешно Саровский драматический театр представил новый спектакль «Боинг, Боинг». Это остроумная комедия положений, легенда французского театра 20 века. Пьеса вошла в книгу рекордов Гиннесса, поставлена более чем в 60 странах мира. Комедия, написанная уже более 60 лет назад, классическая, с тонким французским юмором, не претендующая ни на какие золотые маски и великие награды, а претендующая на хорошее настроение, на улыбку, на смех в зале. Вот на этом мы и ждем наших зрителей. «Боинг, Боинг» – комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и изобретательный жених подстраивает свою жизнь под расписание прилета-отлета всех невест. Возникающие недоразумения приводят к смешным ситуациям. А у вас лучше нет для нас новостей? Тут вам одно и маловато. Нет. Все. Не знаю, месье, как вам, а мне кажется, что все только начинается. Выход нового спектакля – это не единственная новость, которой хотели поделиться с нами сотрудники театра. В прошлые выходные в наш город приезжало жюри фестиваля премьеры сезона. Театральные критики посмотрели спектакль «Свободный Тибет». Второй год подряд у нас большой успех, творческий успех. Наш спектакль в рамках Нижегородского фестиваля премьеры сезона становится лучше. Мы получаем первую премию. Напомню, в прошлом году это была «Семья Конвей», там было даже три премии. В этом году мы получили премию за лучший спектакль. Кроме того, Марина Першина побывала на круглом столе для руководителей театров малых городов. Форум проходит в рамках фестиваля «Золотая маска». В течение 3 дней участники обсуждали проблемы, которые существуют в театральной сфере, и делились опытом. Принято решение, что, скорее всего, появится ассоциация театров малых городов. И, наверное, это позволит нам как-то более оперативно решать проблемы, которые существуют в России, в театральном мире. Также директор поделилась планами театра на будущее. Совсем скоро начнется работа над «Драконом» Евгения Шварца. Но, скорее всего, новый спектакль зрители увидят в сентябре на открытии сезона. Екатерина Опенова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.